Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды Дракования и Нормалек. Мы так, смотрите, сколько легендарные, сплошные легендарные. Даже вот я здесь есть, Александр, тоже недавно, сегодня готовил легендарное зелье. Давайте посмотрим, у меня там что еще есть на данный момент. Так, готово, у меня вот такое есть редкое. Ну, давайте приготовим редкое, раз нам дают. Так, никто ничего не хочет спать, никто ничего не просит, уже все ребята насытились. У меня тоже у самого довольно много всего. Давайте пойдем что-нибудь пособираем. Это, в общем-то, легкотня. Это мне не интересно, это мне не интересно. Вот это давайте мы сейчас возьмем. И тоже легко это дело выполним. Где мы там в рейтинге? Мы на четвертом месте. Короче, ну, вроде как, пятый нас не достанет. Ну и нам третьего достать будет сложно. Но первые два это просто дичь, короче. В 3 раза больше очков, чем у нас. Это капец. Вон аж они где. Капец. Они уже что, это последний этап? То есть, не кисло так, ребята. Норму выполняют. Так, ну что. Давайте тогда кого-нибудь сейчас мы вырастим, что ли. Так, кто у нас есть? Конечно же, давайте... Давайте автобусы, ребята. Листопад у меня там тоже есть. Ну, давайте начнем с автобуса разместить. Это у нас дракон по акции химик. Да, его можно было вывести, он у меня получился буквально с пары попыток. Кстати, а я сейчас пытаюсь выводить дроида. Я думаю, что же у меня тут за комбинация это. Ну так, выбрал кого-нибудь, чего-нибудь. Так, ну получается такие довольно крепкие, короче, у меня дракончики эпические какие-то. А перед этим у меня получился кто? Кто? Индукция получалась с этой комбинации. Так, ну давайте идем к нашему автобусу. Вот такой дракончик ушастый. Да, так и не скажешь, что он автобус больше похож на какую-то подводную лодку. Так, ну мы его сейчас накормячим. Вот так, ладно, не посмотрел, какой у него был удар. Ну, по стихии можете, ребятки, посмотреть. Металл, металл, камень и свет. Ну, неплохо. Эпик трехстихийный, короче. Конечно, сила особо не выделяется. Но и не самый, так, чтобы слабак. Чё, ты все, ты больше расти не будешь? Но он, смотрите, какой активный. Он не как большинство драконов, еле-еле перемещается. То есть он чертовски такие активный у нас парень. И монеток нормально приносит. На 15 уровне было 3 костря, потому кормим его на 20. И делаем скриншотик. Вот такой вот у нас получился дракончик школьный автобус, ребятки. Так, ну, а остальных ребят оставим на следующую серию. Так, что мне здесь тоже можно будет поускорять. Задание мы вот это выполнили. 2 рудника на карте, это изи. Это изи. Так, ну, я себе поставлю это задание. Посмотрим, как вместе с вами выполним или не с вами. А теперь я хочу, наверное, по-моему, я как раз половину пути прошел в подземелье. Да, вот. И нам нужно как раз изменить наших драконов. Вот так. И вот так. А кто из них сильнее? Ну, наверное, тигр 40-й на 3 звезды должен быть сильнее. Так, а у нас, смотрите, враги у нас довольно-таки не кислые. Так, гладиатор у нас здесь. А, пробивается. Вообще все пробиваются. Ха-ха-ха. Давай, Анубис, жги. Ну, тоже пробил, тоже молодец. Ну, по крайней мере, урон заметный. Вот и все. Ха-ха. Это была легкая прогулочка. За 80 очечков. Так, а у нас 25 тысяч, кстати, ребята. 25 тысяч, это уже весомо. Там недалеко от того, что нам нужно. Зомбика. Мы хотим зомбика, насколько я помню.
Добивай. Идеальным ударом. Так, последний бой. Ну, смотрите, тут уже легендарный. Вот легендарный, вон легендарный. Вот у меня индукция получалась, короче. Побочка. На тебе. Божественное провидение. Слабенький, раз его тигр так продемажил. И вся команда подхилялась, типа. Что-то странное происходило только что с феей. Она умерла, вроде появилась и снова умерла. Серединку давайте откроем. Давно не открывали. 750. Ну, в общем-то, никаких особых наград здесь и не было. Так, ну, а нам нужно зайти в магазин. У нас 25 тысяч. Зомбик 27. То есть совсем чуть-чуть нам осталось. И мы заберем зомбика. Да, надо почаще сражаться. То я в последнее время здесь, короче, мало сражался, ребята. Так, давайте мы найдем себя. Ну, здесь, конечно, нам делать нечего. Нам там легко наваляют. Нам, по-моему, завоевать рудники нужно было два. Давайте начнем отсюда. Здесь тоже пока что у нас все легко. Рудники. Вот еще есть рудничок. Подожгем давайте всех. И задание мы выполнили. Можем отсюда уходить. Так, ну это нам не надо. Я, по-моему, только что перед тем, как начал запись, выскочил мне, что я на 146 месте. Это значит, что я никуда не перешел. Блин, я остался там, где был, но оно ж... А, уже появилось, да? Блин, ну я остался в бриллиантовой первой лиге. Ёлки-палки. Да, все никак не перейду сюда. Потому что, чтобы перейти сюда, нужно уже 120 набрать, а не 140, как было раньше. Даже в сотку нужно попасть. Блин, ну... Вот такие, короче, дела какие-то, ребята. Надо поактивнее здесь сражаться, чтобы продвигаться. То бывает, забудешь один день, и все, и, короче, не проходишь. Ладно, это легкотня сейчас идет. Давайте на колдовскую зайдем, заберем котлы и посмотрим, сколько у нас каких осколочков. Там нормально так насыпало мне божественных осколков. 8000 сносный. А что вот этот плюсик значит? А, понятно. Слияние соточку стоит. И великолепный. Так, ну на самом деле колдовать нужно 20 8 20. Мы такие это сделали, ребятки. Ага. Ну что, давайте колданем тогда. Раз мы уж выбрали, что он будет с нами. Вместо, так сказать, осени, что ли. Ну. Хотелось, конечно, бы и ра качнуть. Ну, давайте пока качнем Анубиса, раз мы выбрали его. Так, а чтобы тебя заколдовать, что нужно? Оу! Так, что у нас здесь по осколкам? Так, тут немножко как-то повеселее стало, вам не кажется, да? Легендарных осколочек у меня немножко насобиралось. Сносные нам вообще ж не нужны, насколько я помню. Неплохо, неплохо, ребятки. 21. Ну, конечно, не хочу пока что колдовать его. Может, нам попадется там сумо, например, когда-нибудь. В кои веки будем немножко собирать осколочки. Давайте пойдем тогда в лигу и обкатаем нашего нового Анубиса, например.
Вот, 50 уровень, чё, с ума сошли? Хотя, почему? Почему с ума сошли? Это же не так страшно. Потому что большинство-то будет слабеньких. Вообще-то надо было здесь тигра даже, наверное, брать. Если там только один самый сильный будет стоять в конце. Блин, да, я бы тут тигром прошел. Вот уже как ты. Ну ладно, давайте посмотрим. У нас большое преимущество по звездам. Ну и по уровню дракона. У нас все-таки бог, а не какой-то смертный змей. Да, мне тигр, наверное, тогда здесь не затащил. Ну, мало он нас дамажит, а мы за один удар пробили 49-го. Так, покрепчал наш Анубис. Надо будет глянуть на его показатели, кстати. Сравнить с факелом. Давайте мы это сделаем, пока не забыл. Так, смотрим на нашего эталонного дракона факел. Все звезды. 7,9 на 2,54. Кстати, 1 дюйм. 2,54 сантиметра – это длина 1 дюйма в сантиметрах. 2,54 на 7,9 миллионов. Ну да, существенно отстает. 7,9 жизни чуть ли не в 2 раза. Ну, короче, процентов на 30 меньше. 7,9. Ну, даже на 50 к этому добавить нужно. 7,9. И там 2,54. Ух ты, блин, неужто ли это столько одна звездочка дает? Или он у нас просто по стихиям сильнее получается? Что-то мне так не кажется. Ну, ладно. Идем обратно в колдовскую. Ищем себе врага какого-нибудь. Минус 17, 41. Ну, давайте, осень. Осень у нас получается сейчас самая слабенькая. Ну и пока что я ее качать не планирую. Так, ну надо подумать, кого качать дальше. Факела. Если мы хотим когда-нибудь заменить факела на дракона Ра, то нам нельзя качать дальше факела. Но нам же как-то нужно двигаться на новый остров. То есть кого-то к 60 уровню нам качать-то надо. И это большой вопрос. Большой-большой-большой вопрос, ребята. Так, ну... Ух ты ё. Ну, давайте попробуем. Крепкий дракончик. Чё, вы тут все такие будете? Ну, с одного удара ложатся. Удивительно прям. Очков, конечно, жутко не хватает. Забавный дракон. 1005 очков. Вот так вот, ребятки. Так, там 43-й на кучу звездочек. Давайте возьмем тогда нашего факела самого сильного и всем наваляем.
Так, 43-й. Так, пора заканчивать. У меня уже тут 10-й час, а я еще домой не добрался. Все работаю, вот, ребята. 10-й час. Как говорится, в 9 пришел на работу. И вот сейчас 9 вечера уже. Я до сих пор еще работаю. Вот так, ладно, тогда, ребятки, на этом я закругляюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.